24 августа четверо молодых россиян на автомобиле Volkswagen возвращались из заграничной поездки через автодорожный пункт пропуска Брест. Для пересечения государственной границы в пункте пропуска они выбрали зеленый коридор. После пересечения линии, обозначающей выезд из зеленого коридора, по инициативе сотрудников пограничной службы транспортное средство было остановлено и направлено в бокс для проведения его углубленного досмотра. Данная ситуация, видимо, была не запланирована для данных граждан, и, видимо, это вынудило водителя, полагая, что его никто не видит, он попытался избавиться от пачки кофе. Но, однако, камера видеонаблюдения зафиксировала данный факт, и пограничный наряд пресек эту попытку. В ходе досмотра пограничниками и сотрудниками Брестской таможни содержимого банки кофе, от которой хотел избавиться предприимчивый россиянин, в ней были найдены 9 пакетиков с веществом растительного происхождения. Их общая масса составила порядка 7 грамм. Предположительно, граждане России таким образом прятали марихуану, чтобы перевезти наркотик в другую страну. Предположительно, данное вещество является марихуаной. В настоящее время вещество направлено на экспертизу. Брестской таможней возбуждено уголовное дело в отношении водителя транспортного средства по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса «Контрабанда». Было также проведено медицинское освидетельствование водителя и 3 его пассажиров. Факт употребления наркотического вещества подтвердился, но на момент освидетельствования они находились уже не в состоянии наркотического опьянения. Задержанный нарушитель закона молодой преступник 22 лет, который был за рулем Volkswagen, житель Москвы. Он отрицает свою вину, ссылаясь на то, что наркотическое вещество перевозил по просьбе неизвестных лиц. Зафиксированный факт контрабанды обернется для водителя возбуждением уголовного дела. Кто знает, может, этот случай в будущем станет для россиян поводом лишний раз задуматься о том, что с законом не шутят. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.